2, 3! Баба! Снежный переполох устроили ученики 27-й школы. После уроков они вышли, чтобы помочь весне. Лопатами, словно ложками, загребали снег. Раскидать все, пока не хватает сил и умений ребятам по 12-15 лет. Мы раскапываем снег, чтобы он скорее таял, и мы приближаем весну. Весна и так на 2 месяца задерживается. Да, поэтому мы организуем тепло. Такая перспектива радует не всех. С лопатой в руках, но из-под палки. Почему вызвался, почему не остался в школе сидеть и домой не пошел? То, что у нас классный руководитель сказал так. Неужели родной школе, городу не нужно помогать? Так мы каждую неделю по 2 раза копаем здесь. А если была возможность не копать, пошел бы домой сейчас? Нет, я бы копал бы. Потому что еще и при этом качаешься. Это интереснее, чем дома сидеть. Пообщался с друзьями, поиграли, повеселились. Ну и вообще это очень весело. Проходит время с пользой. Погода, класс. Настроение класс. Компания класс. Праздник проходит замечательно, лопаты ломаются от усердия. Я думаю, что если уфимцы выйдут на такой праздник, устроят, то весна наступит у нас быстро. Призываем также всех, все учреждения, организации выходить и поддерживать наши службы по уборке. Мы им поможем, и они будут работать еще быстрее. Кто? Ты же должен им помогать, мы же все-таки люди. Ведь кому приятно было бы жить в грязном и неубранном городе? Мы любим Россию, уфу! Не обязательно быть дворником, чтобы изменить город. Нужно просто пойти и хотя бы каждому человеку убрать в урну по бумажке. Ребята уже меняют город, меняют себя и бросают вызов. Хочу передать дальше эстафету компании «Уфанет». Мы бросаем вам вызов, давайте сделаем наш город чище. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки, веселый глаз. Весенний батл устроили сотрудники компании «Уфанет». Кто лучше убирается, девчонки или мальчишки? Определить победителя как в танце, так и в уборке трудно. Музыка и общее дело объединяют. Общее воодушевление. То есть ты видишь, как сегодня один делает доброе, хорошее дело. Ты передаешь эстафету и, соответственно, принимая вызов, тебе как бы и весело, с одной стороны, и ты понимаешь, что ты делаешь благое дело. Это хорошее для всех нас, для всего города. Хочется же всем уже тепла лет, и надо помогать немножко и природе, и городу. Чтобы потом к маю было все чисто, красиво. Надо каждому взять лопату и сделать хотя бы свой квадратный метр почище. Это говорят же, если каждый не будет мусорить, значит будет чисто на земле. Тут тоже так же.